верхом здесь боец Синемуглу. Ему 26 лет. Рост 181 сантиметр, вес 84 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и боевому самбо. Он двукратный чемпион вооруженных сил Российской Федерации и чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою. Дамы и господа, из Щиты Зорикто Косанов! Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 27 лет. Рост 190 сантиметров, вес 84 килограмма. Профессиональный дебют по правилам ММА, но он является кандидатом в мастера спорта по тайскому боксу и представляет отряд ОМОН города Анкарска из Усолья Сибирского Антон Филипенко. Рефери поединка Сергей Филиховский. Бойцы на середину. Внимательно слушай мои команды, правила не нарушаем. В область затылка позвоночника удара не наносим, локтями в голову не бьем, также голову не бьем, ногами и коленями в позиции партера. Ваш регламент поединка 3 раунда по 5 минут. Желаю вам обоим удачи. Разошлись по углам. И ваша поддержка, Иркутск! Первый раунд. Посади на себя ноги! Ноги на себя! Еще! Эй! Yeah.
Бой, который пройдет в Улан-Удэ 10 марта, Сильфорс 2, друзья! Да, я скажу да. Бурятия — это второй мой дом. Там я с огромным желанием выступлю на своей родной земле. Спасибо всем, земляки! Сарик Тогалсанов! Аплодисменты!